как влияют зеркала Козырева на человека? Смотрите, ребят, зеркала Козырева – это великолепная идея. Великолепная идея, которая трудно решаемая в нашем обществе. То есть если вы себе дома сделаете для себя зеркала Козырева, то это великолепный опыт будет единоразово. Из зеркал практически невозможно убрать опыт других. И когда вы приходите в эти зеркала Козырева, вас выбрасывает не в сознание себя, вас выбрасывает из себя, грубо говоря, в помойку всего, кто вышел из себя, все, кто до вас были, сотни, тысячи человек, кто были здесь, вот вас туда выбросит. То есть, да, вы выйдете из себя, вы выйдете из своего состояния, но вы не придете к себе. Тогда вы делаете зеркала Козырева для себя, у себя, самостоятельно, где будете только вы, вас выбросит нового себя. Но если вы повторно будете это делать, то повторно нужно делать такой глобальный, значимый ритуал очистительный, чтобы прошлого «я» убрать из запоминания зеркала. Зеркала – это память. Память всего, всех, всегда и везде. Поэтому это классный инструмент, но пока я вижу в этой плотности как единоразовый. Единоразовый, созданный только для себя. А в дальнейшем, как он будет, повторно? Повторно вы возвращаете себя в прежнего. А если вы идете на общественные зеркала, то сами понимаете, что будет. Идея клевая, классная.